Здравствуйте, Иван, как у вас дела? Все хорошо, спасибо. Иван, где вы проживаете? Москва, Россия. Скажите, когда у вас началось выпадение волос? В лет 20, было давно, 15 лет назад. И как вы себя чувствуете после пересадки волос? Хорошо, есть дискомфорт, а так хорошо. А как вы решились на пересадку волос? Можно сказать, спонтанно. Я думал об этом, но в последний момент решил, ай, все, хватит, надо ехать. Скажите, что ваши друзья думают о пересадке волос? Я им не говорил ничего. Иван, как вы узнали о нашей клинике? По-моему, был это Инстаграм. Была ли боль во время операции? Нет, во время операции нет. Как относились к вам во время операции? Все отлично. Шутили, юморили. Скажите, почему вы обратились в шведскую клинику из-за пересадки волос? Почему не клиника в России? Ну, в России цены отличаются раза в 4 дороже. Ну и Турция, все-таки здесь это делается каждый день и неоднократно. Можно сказать, поставлено на поток, поэтому доверие больше здесь. Посоветуете ли вы шведскую клинику вашим друзьям? Ну, конечно, посоветую, если я здесь сделал. Были ли вы ранее в Стамбуле? Нравится ли вам Стамбул? Раз, конечно. Очень. Думаете ли вы посетить Стамбул еще раз? Ну, конечно. Я думаю, вы спортсмен. Каким видом спорта вы занимаетесь? Единоборство, бокс. Все было хорошо, спасибо, благодарю.